Семена кохи-нефрит, кочи-нефрит, высаживают в рыхлую, хорошо прогретую почву в конце мая, начале июня. При сухой, теплой погоде быстро дает ростки. Декоративное быстрорастущее, засухоустойчивое растение формирует крону высотой до 1 метра, практически столько же в диаметре. Используется как зеленая скульптура, украшающая ландшафт. Куст состоит из множества разветвленных листочков, которые в итоге формируют крону дерева. Цветы мелкие, невзрачные. Окрас растения зеленый до начала осени, затем появляются красные листочки. Однолетник не требует особого ухода, высаживают в солнечном месте. Кохи-нефрит – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Кохия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для песчаных почв. В качестве места выращивания кохии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает кохия-нефрит в месяц июнь. Кохия-нефрит по высоте можно отнести к группе карликовые. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.